Сотрудников 95% то, что вы потратили в дополнительное образование или в среднем профессиональном учреждении на своего сотрудника до 120 тысяч, то есть ваших 5% наших 95% компенсируем вам. Про выставки сказал. Значит, социальные предприятия. Мы сейчас, департамент ведет реестр, включает в реестр социальных предприятий московские компании. Значит, до 1 000 000 рублей каждая компания может получить на компенсацию затрат. Тут небольшая неточность на слайде. Это не только затраты по компенсации затрат по кредитным ставкам, это и даже коммунальные услуги туда включены. Там достаточно большой как бы набор статей затрат, поэтому то же самое можете воспользоваться. Значит, ну и отдельно, наверное, хотел бы сказать, это такое самое серьезное для нас направление поддержки инновационных проектов, это гранты на комплексные инновационные проекты, которые выделяются нашим московским инновационным кластером, которые предусматривают получение субсидий, грантов до 200 миллионов в год в течение 3 лет на компенсацию различных видов затрат, начиная от стройки, закупка оборудования, НИОКР, капитальный ремонт и даже там ПО, если необходимо для организации этого проекта. То есть сейчас прошел первый отбор, 13 компаний у нас отобрано, планируем на осень следующий отбор провести, сейчас подведем итоги и, соответственно, начнем новый отбор. В том числе, скажу так, что и проекты, связанные с работой с отходами, были в списке подаваемых на указанные гранты. То есть эта тема актуальна и для этой сферы, и меры поддержки актуальны и для такого рода компаний. Программа пилотирования, все, что я уже сказал, я не буду повторяться, чтобы не тратить время. Значит, это как раз карты инновационных решений, но при необходимости Алексей тогда прокомментирует здесь, если у кого есть интерес или кто еще не вошел в эти 260 компаний, значит, форумы. Ну и последнее, что хотел бы сказать, наверное, цель моего сегодняшнего выступления, это нам всем вместе нужно найти ряд ответов на вопросы, которые сегодня нас всех беспокоят. То есть первое, конечно же, для нас важна поддержка самых современных решений в работе с отходами. Но можно брать, копировать или приобретать что-то зарубежное, можно все-таки стимулировать развитие нашего российского, ну, в первую очередь для нас, как для Москвы, важно московских инноваторов, московских разработчиков, московских предпринимателей. И поэтому мы хотим, чтобы в результате такого форума, в результате таких обсуждений нашлись решения по каждому списку вопросов, в каждом этапе работы отхода, от самого начала до самого конца, что, собственно говоря, целесообразно применить. Отпилотировать, показать городу, показать экологическим активистам, показать населению, то есть и пусть, собственно говоря, ну, как всегда, в той самой конкуренции выберется лучший. А второе, ну,
в любом случае, ту систему, которую я рассказал, она, назовем так, она общая для каждого бизнеса, инновационного, там, малого, среднего предпринимательства. Понятно, что есть определенные особенности, ну, как пример, здесь я, допустим, его не приводил, потому что он вас в меньшей степени касается. Когда началась пандемия, когда нам всем нужно было приобретать там, продукты или заказать в ресторане еду, мы с вами не могли ходить там, в ресторан, и мы тут же ввели стимулирующую меру, которая компенсировала затраты ресторанам на доставку еды гражданам. Это было персонально для них сделано. Она сделана была в обсуждении с соответствующим специализированным бизнесом, который в этой сфере занимался. Поэтому сегодняшнее обсуждение, я хотел бы тоже, чтобы оно закончилось предложением с вашей стороны, со стороны предпринимателей, работающих в этой сфере, что нужно сделать для того, чтобы простимулировать, не знаю, применение вашей технологии у другого бизнеса, применение IT-решений в том или иной сфере, там, стимулирование, не знаю, возможности передачи, там, переработки, вторичной переработки отходов, еще что-то. Ну, то есть вот все, что связано с этим направлением, то есть какое-то, это может быть монетарная, не монетарная поддержка, но это позволит нам все-таки конкретно для вашего бизнеса и для конкретных проблем сделать стимулирующие меры, которые позволят применять все-таки наши решения и конкурировать на нашем московском рынке. Спасибо большое, удачного дня, хорошей работы. Хорошего настроения, погода замечательная. Надо всем радоваться и быть счастливыми. Спасибо. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Мы постараемся выполнить те задачи, которые сегодня были обозначены по форуму. Ну и вы, уважаемые коллеги, друзья, увидели с этой замечательной презентации, сколько город делает для того, чтобы инновации и бизнес развивался. Давайте сегодня действительно вместе с нашими спикерами эти задачи выполним и шагнем еще на один шаг в сторону развития. Да, у нас есть несколько правил, которыми мы сегодня должны пользоваться. Вы видите, что в зале обозначены места, на которые не стоит садиться для того, чтобы соблюдать дистанцию. Мы выполняем масочно-перчатный режим, и это тоже для нас очень важно. И сегодня в мероприятии есть несколько площадок, кроме, собственно, сессий и панелей. Обязательно стоит посетить стенды, посмотреть на те компании, которые уже сегодня развивают разные проекты, связанные с устойчивым развитием. Мы всячески поддерживаем вас в том, чтобы вы общались, знакомились, строили нетворкинг. Для этого на форуме созданы очень разные возможности, в том числе цифровые. И, конечно, в течение всего дня у вас будет возможность познакомиться, пообщаться с теми, кто будет и выступать, и кто находится в зале. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь обязательно этой прекрасной возможностью. Ну, переходим к нашим докладам спикеров. Я рад представить и предоставить микрофон Екатерине Степкиной, директору по проектной деятельности и стратегическому развитию ППК «Российский экологический оператор». Давайте поприветствуем. Коллеги, всем добрый день. В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов за действительно очень важную тему, которую мы сегодня обсуждаем. Она приобретает особую актуальность и важность, наверное, ввиду свежего указа президента, которым нашей экологической отрасли поставлены беспрецедентные задачи. Я напомню, к 2030 году это сокращение объемов захоронения отходов в 2 раза и обработка 100% образуемых отходов. Соответственно, в связи с этим роли несколько публично-правовой компании «Российский экологический оператор», наверное, приобретает особое значение. Мы были созданы всего лишь в январе прошлого года указом президента Российской Федерации, соответственно, в целях, прежде всего, формирования комплекса системы обращения с ТКО и обеспечения управления указанной системой. Стратегии компании определены следующие стратегические цели, которые мы, как государственный институт, будем обеспечивать
в рамках своего функционирования. Прежде всего, цель на прошлый год и на этот год – это обеспечение устойчивого функционирования отрасли при стабильности деятельности всех его участников. Здесь мы прежде всего говорим о региональных операторах и об их поддержке, поскольку мы понимаем, что только качественная, своевременная и максимально дешевая услуга для населения может обеспечить сейчас те цели, которые, собственно, стоят перед нами и перед бизнесом. Соответственно, я хочу напомнить, что вот в этом году, к сожалению, те средства, пока которые были предусмотрены в федеральном бюджете на поддержку как раз-таки проектов по обработке и утилизации, были перераспределены на поддержку региональных операторов ввиду сложившейся ситуации. Но вместе с тем, я далее расскажу, компания будет все равно поддерживать далее проекты. Следующей целью является, безусловно, повышение эффективности деятельности при рациональности расходования средств, которые мы располагаем в рамках реализации реформы. Следующим этапом мы предполагаем уже формировать условия для опережающего развития отрасли и условия для перехода к экономике замкнутого цикла. И задача, которую мы, безусловно, себе ставим и стараемся и будем ее достигать, это создание положительного отношения общества к реформе отрасли обращения с ТКО. Мы работаем для государства, и для бизнеса, и для населения, я уже сказала, и наша цель, ну, наверное, основная для окружающей среды, для нашего с вами экологии, это предотвращение негативного воздействия путем внедрения наилучших технологий и запрета неэффективных решений. Я хочу отдельно отметить, что компании не планируют финансировать в ближайшее время строительство полигонов. Мы планируем оказывать поддержку только проектам по обработке и утилизации отходов с целью снижения, соответственно, уровня вреда для окружающей среды. Я напомню всем, такие ключевые параметры нам поставил президент к 2024 году. Это количество отходов, которые мы должны направлять на обработку и утилизацию, количество мощностей, которые должны быть введены в России, также по обработке и утилизации и цифровизация, создание единой государственной системы учета отходов и федеральной схемы обращения с ТКО, которая должна стать ядром государственной системы. Для ППК в целях достижения указанных задач мы выделили основные направления развития. Наверное, я остановлюсь на одной – это развитие инфраструктуры отрасли обращения с ТКО, потому что, безусловно, это приоритет. Без строительства инфраструктуры показателей целевых мы не достигнем. И наша цель главная на этот год, помимо поддержки региональных операторов и мониторинга их деятельности, это, безусловно, запуск инвестиционной деятельности. Мы планируем оказывать целый ряд мер поддержки. Пока законодательно мы оказываем две меры поддержки, и в ближайшее время начнем отбор проектов под них. Это участие в уставных капиталах юридических лиц и предоставление гарантий поручительств по кредитам. Те меры, которые находятся сейчас у нас в обсуждении с Министерством финансов Российской Федерации, которые мы, безусловно, будем отстаивать и оказывать, потому что без них мы никогда не достигнем показателей, которые у нас стоят. Это расширение возмездных мер на участие в договорах инвестиционного товарищества, представление займа, представление облигаций и другие возможные меры. Также, безусловно, без оказания безвозмездных мер поддержки мы указанных целей не достигнем. Планируем со следующего года оказывать субсидирование процентной ставки по кредитам, затраты, компенсировать затраты по лизинговым платежам и капитальные затраты. Сейчас эти меры поддержки у нас находятся в стадии проработки. Я отдельно бы хотела остановиться очень коротко на требования, которые мы предъявляем к инвестиционным проектам. Безусловно, мы как государственная компания можем финансировать только те проекты, которые несут непосредственный вклад в достижение показателей федерального проекта на региональном уровне. И еще один ключевой стратегический приоритет – это наличие объекта в федеральной схеме по обращению с отходами и в территориальной схеме. Без этих двух составляющих ППК меры поддержки оказывать не будет. Ну, далее такие немножко финансовые требования, да, то есть срок максимальной части 15 лет, сумма собственных средств инвестора должна составлять не менее 10%, ну, далее немножко, да, финансовых требований. Я бы отдельно хотела сказать, что
Безусловно, мы себя позиционируем как единый центр компетенции и государственный институт, который сможет стать интегратором для, наверное, всех инициатив, которые сейчас есть в отрасли. Мы находимся в стадии становления, впереди очень много задач, и, безусловно, там, с вашей поддержкой, с поддержкой бизнеса и других государственных институтов, я думаю, что мы все вместе сможем достичь поставленных нами очень высоких целей. Спасибо. Спасибо большое.